Всем привет! Совсем недавно Александр Малинин поделился радостной новостью о том, что у него родился третий внук. Буквально несколько часов назад супруга артиста поделилась первым снимком грудного малыша, на котором можно разглядеть его крохотные ножки. Известно, что ребенка назвали Лео. Малыш появился на свет настоящим богатырем. У нас родился замечательный мальчик. Третий внук. Малыш родился весом 4 килограмма 200 граммов 53 сантиметра. Антон и Ангелина сделали нам такой подарок. Мы счастливы, рассказывала Эмма Малинина в личном блоге. Сегодня Малинины стараются все свободное время посвящать внуку. Обняться и поцеловаться – это самое важное. А я теперь многодетная бабушка, отметила Эмма, опубликовав снимок Лео. Пользователи сети продолжают поздравлять звездную пару с таким важным событием и желают им счастья. Какое счастье! Пусть все будет хорошо. Здоровья вам и много радости. Милый малыш, а как ему повезло с бабушкой и дедушкой? Эмма, у вас прекрасная семья, не перестаем восхищаться. Поздравляем! Делятся подписчики. К слову, у Эммы Малининой есть 13-летний внук Платон и маленькая внучка Арианна. Оба наследника носят фамилию Малинина. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и комментируйте. Всем пока!